Молдавское бюро по реинтеграции рекомендует жителям Молдовы воздержаться в ближайшие две недели от, цитата, «необоснованных поездок в Приднестровье». В Молдове объяснили это из-за желтого уровня террористической опасности, который установили в Приднестровье на 15 дней. Введенные ограничительные меры вызывают беспокойство, поскольку подобные препятствия не существуют на правом берегу Днестра в отношении жителей Приднестровья, а также из-за невозможности молдавских органов вмешаться в случае каких-либо инцидентов в регионе, говорится в заявлении Бюро по реинтеграции. При этом, когда в Приднестровье был более высокий красный уровень террористической опасности, в Молдове никаких подобных рекомендаций своим жителям не давали. На этой неделе в Приднестровье установили личность человека, который пытался поджечь военкомат в Тирасполе. Им оказался житель Кишинева. А организатор теракта связан с одним из силовых ведомств Молдовы, сказали в Министерстве госбезопасности Приднестровья. У наших правоохранителей есть доказательства. Президент Красносельский предложил молдавской прокуратуре приехать в Тирасполь и ознакомиться с материалами дела, а также призвал президента Молдовы Санду разобраться с молдавскими правоохранительными органами.